мост через Чулым. Мы же видим, что уважаемые жители желают мост через Чулым, да? Мы это все с вами понимаем и понимаем, для чего мост через Чулым. Что у нас на противоположной стороне Чулым? Сады. Что еще? Какая инфраструктура? Никакой. Никакой. Сотни миллионов. Еще раз говорю, я уважительно отношусь к мнениям горожан, и мы обязательно дойдем до этого. Но сегодня у нас есть большие болячки, на которые надо обратить внимание, и когда мы их решим, обязательно перейдем к строительству моста. Но это только не сегодня, потому что есть определенные приоритеты, и мы будем их выстраивать. В ближайшей перспективе не вижу. Зачем мы с вами собираемся уйти направо? Зачем? Какие мысли вложения огромной начала как бы развития инфраструктуры, когда мы с вами не все доделали на правом берегу? Результат какой будет? Распылиться? Угнать туда определенные миллиарды рублей и здесь опять иметь бледный внешний вид? Не до конца доделан. Ну давайте уже как бы жить-то нормально. Давайте наведем порядок у себя дома, а потом начнем развиваться дальше. Я считаю, что у себя дома на правом берегу мы не до конца все довели до ума. Вот когда доведем, тогда уйдем в развитие стратегии.